Сонымен, қадыр менді телекөрімен, біз екінші таймды бастаймыз. Алғашқа 45 минуттың қорытынсы бойынша есеп 3-3. Айта кетейік, Ақтөбе қаласындағы Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионда қыдал қазір Қазақстан құрамасының экс-капитаны, әйгілі атаңызға айналған футболшы Самат Смақовтың қоштасу матчы өтіп жатқан жай бар. Самат Смақов бірінші таймда Ақтөбе командасының ардагерлер сапында өнер көрсетті. Енді ол Самат Смақовтың достары командасына ауысып отыр. Сонымен есеп 3-3 және матч басталды. Генрих 2-1 ойыншының арасынан сытылып өтіп кете алмады. Ойын тәртібін бұзды және төреші қазір сыршалып отыр. Да, еще раз. Вечер добрый. Уважаемые любители футбола на нашем телеканале в прямом эфире. Прощальный матч Самата Смакова, легенды казанского футбола, экс-игрока, экс-капитана сборной страны. Город Актубе, центральный стадион имени Кобланды Батыра, где собрались легенды Актубе, также казахстанского футбола. В составе красно-белых сегодня играют такие футболисты, как Андрей Морев, Андрей Сидельников, Жасур Нарзикулов, Андрей Мирошиченко, Дмитрий Юрист, Виталий Кицак, Бахыт Кызылбаев, Андрей Богомолов, Алексей Косолапов, Андрей Лаврик, Александр Митрофанов, Лукбек Хасанбаев, Эмиль Кинжисариев, Кайрат Ашербеков, Тимур Кападзе. Кстати, забивший первый мяч в сегодняшнем матче. Тити Сомбо, он как раз с мячом пытается обыграть действующего футболиста Тимирлана Ерланова, который в сборной Казахстана совсем недавно только вызывался. Молодой перспективный защитник, как былые годы, проходит одного, затем и второго. Тити Эссомба пытался прострелить, но не вовремя упал. Так вот, в составе ветеранов Актубе играет и Мурат Лешев, Алибек Булешев, Тимур Досмагамбетов, еще один действующий футболист Максат Байжанов, игрок из Ладинского Кайсара, Марат Хайрулин, лидер Актубе, Евгений Аверченко, Антон Чичулин, Малик Манатити Сомба, Петр Бадло, Александр Генрих, ну и, конечно, Самат Смаков, который перешел в перерыве другой команды, то есть теперь он в составе друзей Самата Смакова. А в этой команде играют Олег Недашковский, Сергей Киров, Динмухамед Сулейменов, Игорь Салашенко, Лялиев, Руслан Балтиев, Максим Жалмагомедов, Кайрат Нурдалетов, Роман Адамов, Фархадбек Ирисметов, Даниар Муканов, Андрей Финонченко, Нурбол Жумаскалиев и многие-многие другие. А тренирует эту команду Нуржан Кабенович Дисимбаев, первый тренер Самата Смакова. Что касается Актобе, это Владимир Васильевич Муханов, действующий тренер Актобе, но и тот специалист, который большую роль, наверное, оказал в плане становления Самата Смакова как профессионального футболиста. Именно под руководством Муханова он раскрылся и стал легендой этого клуба. Еще до начала этого благотворительного матча стало известно о том, что номер 8 в Актобе теперь изъят из пользования, и теперь никто под этим номером играть не будет. Я думаю, что это сделано правильно, потому что Смаков своей карьерой, игрой в Актобе заслужил подобного жеста. С мячом Жумаскалиев. Пас через центр. Акопянс. Снова Жумаскалиев. Видно, что в хорошей форме находится. Хотелось бы, конечно, чтобы в составе Кусанского Тобола почаще выходил на поле Жумаскалиев. Пас на Балтиева. Это сейчас направо. Ойрат Садуов пошел в атаку. Экс-защитник сборной Казахстана, тренировавший различные клубы, в числе которых Павлодарский, Иртыш, а также Астана 1964 и многие другие команды, тренировал известный функционер. Кайрат Абакиров, легенда семейского футбола, мяч перехватил. Снова Балтиев. Пас назад. Салашенко. Сидельников. А что так тихо на трибунах? Давайте поддержим команды. Когда вам еще удастся посмотреть отмечу, что такую россыпь все игроки, которые принимают участие в сегодняшнем матче, приехали за свой счет. К примеру, прилетел Тити Эссомба из Финляндии. Это о чем говорит? О том, что игроки уважает Самата Смакова, но это прекрасный момент, который пускает ветераны Актобе.
не смог должным образом пробить. Это Кайрат Аширбеков. Недавний любимец красно-белых. Играет в шымкентском Ордабасы. Периодически с капитанской повязкой на поле выходит. Так вот, тот же Тити Эссомба прилетел из Европы, а именно из Финляндии. Там он долгое время играл. Все друзья Самата Смакова собрались в сегодняшнем матче, чтобы проводить его из большого футбола. Но, я думаю, все понимают, что из этого вида спорта Смаков уходить не собирается, потому что занимает ответственный пост генерального директора Актобе. И потихоньку возвращает былые позиции этой команде под руководством Владимира Муханова и того же Самата Смакова. Хорошая передача Акопянца. Ерланов. Пас на Жумаскалиева. Снова Ерланов. Прострел. Но не смог Жумаскалиев пробить. Там уже Сергей Струков. Кстати, сегодня такое ощущение, что защитника играет, тяжелее, чем хотя никто мы его помним больше все-таки именно как форвард. Давайте еще раз поддержим обе команды. Лучшие годы все-таки провел он в Актобе и частично в Павлодарском Иртыше. Воспитанник Волгоградской школы футбола. Итак, угловой зарабатывают друзья Самата Смакова. Следует подача. Жумаскалиев подавал, но это удар по воротам. Не точно. Да, и сзади. Прекрасная надпись. Грация капитану. Чао. Ну, конечно, фанаты 13-го сектора отметились красивейшим баннером с изображением Самата Смакова. А тем временем Генрих врывается в штрафную. Выскочил. Сидельников из ворот. Угрожал его владением. Это Александр Генрих. Хайрулин. Следует подача. Ура! 4-3. Петр Батло выводит свою команду вперед. Он долгое время тоже был капитаном после ухода из команды Самата Смакова. Вот одни из лучших игроков Актобе в истории. Карпович, Кападзе, Батло, Эссомба, Мане, Струков, Аверченко и многие другие. Конечно, та команда могла добиться больших успехов, громили немногих соперников. Но вот немножечко не повезло. Я думаю, вы помните, как команда разрывала оборону голландского клуба АЗ Алкмар. И немножечко не хватило для того, чтобы пройти дальше, пробиться в групповой этап Лиги Европы. На равных играли против немецкого Вердера. Немножко опыта не хватило, но в целом тот Актобе, на мой взгляд, заслуживал попадания в группу Лиги Европы. Я Ербол Дель Сол Якмоншила. Ақтөбе командасы Аз Алкмармен кездесіп, екі матчының қорытындысы бойынша жеңіліп қалды ғой. Сырт алаңда 2-0 және дәл осы стадионда 2-1 есеппен жеңген Мұрат Тілешов дубль атқарған болатын. Қазір тағы бір есеп берілетін мүмкіндік бар. Қақпаға соққы бола ма? Бұл енді бұл жерде Сергей Струков қақпаны көздеуі тиіс еді, бірақ қақпа маңындағы әріптестердің біріне пас бергісі келген екен. Ал сонымен Мұрат Тілешов дубль автор атанған және Андрей Сидельниковтың дәл осы стадиондағы алғашқы минуттардағы өрескел қателігінен кейін өз қақпасына бір гол өткізіп алды. Нәтижесінде Ақтөбеге 4 гол соғу тиіс еді және 2-1 есебімен жеңді. Жалпы ол ойында Мұрат Тілешов Астана құрамасының бұрынғы ойыншысы, экс ойыншысы, екі емес одан да көп гол соғатындай мүмкіндігі бар еді. Енді ол ойын барша қазақстандық футболшылар жалпы қауымның есінен кетпеген шығар. Тәртіп бұзылды. Владимир Муханов қазір алаңның шегінен матч тамашалап бас-бапкер ретінде тамашалап отыр. Все похожи, все восьмой номер, все у нас сегодня Смаковы. Марат Хайрулин. Бұрын Ақтөбе командасы сапында ойнап жүрген кезінде айып топтарының осындай басым көпшілігін орындайтын стандарт топтар көтереді. Ұйымдастырады және Александр Генрих не попадает, помешает чуть-чуть друг другу.